Всем привет, дорогие друзья, я Бледа Мирка, и сегодня, как видите, у меня стоит на экране торговец Гейл, а в магазине у нас есть Байрон! Ребята, Байрон! Байрон имеет дело с сильнодействующими препаратами, не вздумай называть его гемеопатом! Гемеопат, блин! И сейчас Байрон выходит ко мне в реальную жизнь такой: «Как ты меня назвал?» А еще у меня 381 гем, а он стоит 350 гемов. И сейчас я хочу купить его. Я буду самым первым ютубером, который купил Байрона. Погнали! Ребят, ну что, давайте его купим. Давайте. 1, 2, 3, 5, погнали! Это Байрон! Байрон, ребят! Байрон 7 из 7 бойцов мифическим. Байрон имеет дело, но это мы уже считали. И нельзя его называть гемеопатом, ребят. Прекрасно. Дальше у нас праздники, день 5. Забираем. И забираем, естественно же, на Байрона. Где ты, Байрон? Вот он, Байрон. Плюс 50 очков силы и прокачиваем его. Где ты? Вот он. Прокачиваем его вот так сразу на 2 левла. Он на 3 силе у нас. Выбрать. Ребят, его надо еще поставить обязательно. Где? Вот он. Классный такой. И давайте пойдемте в «Делай ноги», в Броубол. Говорят то, что он лучше в 3 на 3 боях. Ну, давайте проверим это. Так, давайте за нас Рика и Роза. О, идеально, Рик и Роза. Рик да Роза, Рик да Роза. На, получи, получи, лекаем, лекаем, лекаем. Так, из себя бы излекать. Вот, если бы он из себя мог лекать, вообще бы был идеальный боец. Ну, мне нравится. Так, давайте, давайте. Он медленный, пипец как. На! Нет, не гол, елки-палки. Он аж кричит: «Ноу!» Тут перец какой-то, блин. О, перца убили. Кольт перец, блин. Перец. Сладкий или ар... О, гол! А кто забил? А, Рико забил. Рико мужик, давайте. ХП у него, кстати, не так уж и много у этого Байрона. Я всех тут лекаю, лекаю, они мне даже спасибо не говорят. Вот некультурные. Кто вас вообще культуре учил? Так, тихо-тихо, ну тихо. Ну тихо, я ее убил. О, Бледа Мирка убил Ниту, а Роза убила этого. Как его там? Ой, забила гол. Плюс 8 кубков, ребят, нормально. Нормально, 42 бойца у меня теперь есть Байрон. Идеально, просто найс. Найс, псувок. Синевот офишенс. Так, давайте ставим лайки, подписываемся на канал за Байрона, и он вам тоже выпадет. Так, ребят, тихо, тихо, пенька. Так, получи. Чем он стреляется? Он какой-то этими шприцами стреляется. Так, все, ща гол забью. Ща рубану гол. Блин, меня убивают. Пытаются убить, хотя. Да, что я сделал? Я хочу излекать, но меня убили. Не понял, я понял, не понял. Давайте идем. Байрон! Ты крутой. Байрон вообще имба. Хоть он как-то такой странный немного боец на первой и на третьей силы. А вот на десятой он имба. Лютая. Ой-ой-ой, ты что забрал у меня? Ты что у меня забрал все? На, я Рико убил. Я убил Рико. Улу, давай! Бей! Прям новые какие-то бойцы играют. Хотя, бей они очень. А вот Байрон и Лу новые самые. Так, где он там? Надо в него сыворотку внести. Сыворотка! Блин, я хочу ульту попробовать в действии на своем игроке. Типа, на своем тиммейте и залекать его, как это лекает. Мне ульта не хочет появляться. На. О, гол кто-то забил! Лу забил гол! Сразу не увидел, кто гол забил. У меня есть ульта, это хорошо. На! Тихо! Тихо! Нет! Сейчас гол забьют! Не, не забьют! Лу молодец! Гол не забьют! Если Лу молодец и Бледа Мирка молодец, значит гол не забьют. Убивай Байрона! Мужик. Пипец, я ее лекаю, лекаем. Тихо. Сейчас его будут убивать, а я вот так беру, беру, беру. Нет! Бия, ну же! Бия, давай! Блин, Бия не может даже с Пенни расправиться, у которой меньше всего ХП в этой команде. Пипец Бия дает. А Бия, кстати, достаточно крутой перс.
Нет, она Дэрила убила. Оригинально, не могу убить Пенни, зато могу убить Дэрила. Блин, и я промахнулся, кстати. Печально! Ой-ой-ой, сейчас забьют еще. Да уйди, пожалуйста, пойди. Уйди, пожалуйста. О, там Дэрил и Рикошетина. У Рикошетина! Молодец! И Бия гол! Бия не успела гол забить. Ну мы выиграли! О, второй ранг, нормально. А в списке лидера что там? Местный. Где этот? О, 16. Меня вообще ни на каком я месте. Надо какой, сколько кубков, чтобы на место зайти? 132 получается это. Чё? 10 тысяч, он в топе. 19 ранг надо. Всего-то навсего, да? Совсем капельку поиграть на нем, да? Совсем реально капелюшечку. Так, давайте еще надо до 5-го, может, его доведем. Естественно, наша рубрика. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто-то там это, Ледж Дубиш. Ой, кольта убил я. Нет! Как, да куда ты? Шель, может, убьешь его? Алло. Шелли. Шель вообще не хочет никого убивать. Странные вы какие-то. Не боты-то, что ли? Или боты? На, Эль Примас. Ешь. Ешь, ешь, ешь. Меня хотят убить. Блин. Я хочу убить. Я хочу тоже убить. Да хре, let's do this сделать. Let's do this. А он себя лекать может, кстати, ультой своей? Странно. Должен. Блин, гол, как Джесси забила. Че, у Джесси даже не можете убить? Пипец, вы лохи. На, на, живи, Эль Примас. Эль Примас, давай, забивай, алло. Иди быстрей. Эль Примо, забей, умоляю тебя. Гол! Ты чё, вообще, что ли? Эль Примо, дурак. Пипец, он даже гол не смог забить. На. Да, он может себя лекать ультой. Прикольно. Так, убейте его, пожалуйста. На, убивай. Ну, давай, забивай, Эль Примо. Не подведи, умоляю тебя. Прошу, ну, пожалуйста. Да ты что, пипец ты, конечно. Лютой ты пацан, да, знаешь? Ты лютой пацан. Давай, забивай, умоляю тебя. Гол, молодец, вот Шелли молодец. Она и убила всех, и забила гол. Ну, кроме Джесси. Она ее уже два раза убила. Все, готово. Е, мы выиграем сейчас. Оу, е, мистер Краб, бра-бра-бра-бра-бра. Оу, е, мистер Краб. А, ладно, и так сойдет. Вот. О, третий ранг на этом, на Байроне, блин, Байроне. Ну, он крутой этот Байрон достаточно, ребят. А что у него по характеристикам, кстати? Характеристики. Нападение 3 звезды, защита 2 звезды, практичность 4 звезды. Он такой, знаете, прикольный. Прикольный челик. Новые значки здесь будут. Классно. Ну да ладно, пойдемте. Так, куда мы идем? Давайте в столкновение попробуем. Просто рискнем пойти в столкновение на Байроне. Нам надо 5-й ранг капнуть. 5-й ранг! Жди нас. О, давайте попытаемся Джеки убить, что ли. Хоть кого-то попытаемся. Ой. Микстуру лови. Микстуры. Нет! Ты чё, ты чё? Не агрессируйте. Не агрессируй. На! Е, я её убил. Его, точнее. Нормально все у меня. На. Куда-нибудь туда. Кто? Кто? Где? 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 Кто? И убил я кого-то. И сам умер. Пипец, там они. У них заваруха. Пипец, умри. Умри, Байрон. От Байрона умри. Он сейчас умрет. Или не умрет. Ну ладно. Теперь умрет так точно. Нет, это Карл. А Карл это плохо всегда. Тихо, там этот. О, Булитос там. На! О, прикольно. Я против Карла топ-1 сейчас. Так. Я в кого-то попал? А, да, в Карла. На-на. На, е, я и себя залекал и убил просто Карла. Эпично. О, 4-й ранг. 5-й ранг, жди нас. Давай, Байрон. О, 48-й левел почти. Прикольно, мы даже ни одного квеста не выполнили, а 48-й почти. Байрон, конечно, прикольно. О, новое собитие. Давайте еще раз, кстати, в одиночное столкновение. Собитие. Ставим лайки, подписываемся на канал, ребят. Потому что лайки нужны для продвижения канала. Я вам даю 5 секунд, чтобы вы поставили лайк. Поставили лайк. На, да я сейчас тебе, блин, это.
Пипец, я в него там сыворотки влил, ребят. Иван, 16 лет. Реальный мусульман. Надо себя залекать. Лучше на-на. Пипец, там банок. Там баночки. Баночки. Сейчас он меня проатакует. Хопа, я вот так сделаю. И убил 8 бита, ребят. У меня теперь 5 банок. А у 8 бита было 5 банок. Я его забрал, у меня теперь 5 банок. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Алло, где вы? Микстура надо. Кто не принял лекарство, надо принять. Деточки, вы где? Вот такой значок. А где они реально все? Ни одного не вижу. А кто вообще остался, я не знаю даже. Может, о, там банки. Банки, кто-то вообще типа. О, голова Тика бежит! Бам. Ой-ой-ой, больно. Где-то Тик, я понял, Тик где-то. Тик, ну ты где? Ой-ой-ой, где-то сидит здесь явно. А вон там. Не, его там нету. Да где ты, уже выходи, надоел. Тик, ну где ты? Опа, пипец, у него там банок. Я что-то не понял, а у тебя банок немного ли, а, братанчик? Микстуру принял, все, умер, молодец. У нас 5-й ранг на Байроне, ребята. Ура! Ребят, ну что, могу вас поздравить. И меня тоже поздравьте, пожалуйста. То, что я выбил Байрона, это очень классно. Он классный боец. Мне он нравится очень. И скоро уже добавят Эдгара в подарок просто. Я заберу, у меня будет сразу 2 новых бойца, ребят. Это класс. Ну а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал Блэддамирка. Всем до новых встреч! Пока-пока!